работоспособность больше. Я вас не спрашиваю, как поживает Борис Николаевич, я знаю, что он прекрасно поживает. Евгений Максимович, будьте добры, пожалуйста, у нас такой вопрос для российских телевизоров. Каков конкретный? Евгений Максимович. 27 мая. Donc suggérer que ce document soit signé le 27 mai prochain à Paris. Я имел полномочия от президента Ельцина. J'avais les pouvoirs. Заявить, что если документ будет к этому времени подготовлен, de dire que si le document est prêt, президент Ельцин приедет в Париж. Для того, чтобы подписать его на уровне руководителей государств России и 16 членов НАТО. De la Russie et des 16 pays membres de l'OTAN.